Icon Productions. Пусть все нации знают, мы заплатим любую цену, возьмем на себя любое бремя, выступим против любого врага, дабы гарантировать сохранность и успех свободы. Джон Кеннеди. Пап, что такое война? Это когда одни люди хотят лишить жизни других, а потом солдаты, вроде твоего папы, пытаются остановить их. Мирно! Добро пожаловать! Мы будем воевать верхом! И вот ваши кони! На вражеской территории, за 10 тысяч миль от дома. И все-таки они хотят лететь с вами. Наверное, считают вас лучшим, Крэндалл. Полагаю, у меня есть выбор? Нет, его нет. Сегодня я приказал послать во Вьетнам 125 тысяч солдат. Позже потребуются дополнительные силы. Перечисляйте под огнем, господа. Будут убитые. Нам предстоит сражаться с сильным противником. Тьма кромешная, ничего не видать. Надо осветить периметр. Ребята такие молодые. Я смотрю на них и вспоминаю наших мальчишек. А каково быть солдатом и отцом? Надеюсь, успех в одном поможет мне и в другом. Когда мы вступим в бой, я первым сойду с вертолета и последним сяду в него. Мы вернемся домой все вместе. Мы были молодыми, смелыми. Мужьями, женами, отцами, сыновьями, матерями, дочерями. Знаешь, что говорит американский солдат, умирая на поле боя? Передай моей жене. Я люблю ее. Это мои солдаты, и я должен их спасти. От создателей «Отважного сердца» Мел Гибсон. Рэндалл Уоллес Филм. Парни отлично поработали. Мы не пропустим их, сэр, не сомневайтесь. «Мы были солдатами». Фильм основан на реальных событиях. Скоро в лучших кинотеатрах страны.